С нашими игроками сегодня мы играем в Майнкрафт. Да, это первая часть выживания, будет много частей выживания, но это первая. Спавнились мы в деревне, как раз удачно. И мы там сейчас в деревне. Так, тоже ничего. Можем единственную кровать забрать. Все, больше ничего не надо. Так. Так, ребята, я вернулся. Можем продолжать. Подаем единственное, что по грядкам все. Больше мне ничего не надо. Все, погнали. Уходим из этого региона пустынного. Так, все, ухожу уже из этого песочного региона. Не представляете, сколько я долго шел. Если бы я это все записывал, я не знаю, сколько бы это пришлось мне сделать. Майнкрафт, логика, лайк. Кстати, кто то, что в Майнкрафте логика лайк, вообще крутая логика в Майнкрафте. Ставьте лайки. Да, давайте наберем на этом видео 10 лайков, хотя бы 10. Скоро будет стрим, кстати. Скоро стрим. Так, то, что дерево поставь лайк, подпишись на канал, и начали подписчики отписываться и смотреть видео без подписки. Что это? Ну, дело 94% смотрят без подписки. Что это? Давай ставь лайк и подписывайся на канал. Я жду. Раз, два, три. Успел? Красавчик. Ну, а пока что я крафчу верстак. Не знаю. Отвык я от ПК на телефоне. Ой, от Майнкрафта на телефоне. Кстати, кто хочет видео как... видео обзорчик, ставьте лайки. Про обзорчик на всякий там бокс. Так, нет, погнали. Пока что я пытаюсь обновить себе инструмент. Обновить себе до нормальных инструментов. Я нарушу правила Майнкрафта и буду копать под себя. Надеюсь, мое выживание не закончится на первом дне. Так, все.
Хотя бы добываем себе немного, чтобы можно было прокачаться нормально. Так, вот, можно сделать нормальные инструменты. Но для нормальных инструментов нужны палки. Так, крафтим кирку. Топор. Все отлично. Забираем. И теперь начинается Майнкрафт. Погнали. Сделаем маленький дом. Ну как он? Не прям люкс, но сойдет. Ребят, ну а крышу мы сделаем уже в следующем видеоролике, да. И зачем и почему такой короткий видеоролик объясню? Потому что я этот видеоролик снимаю вечером, поэтому всем пока-пока, удачи всем.